Всем привет, ребят. Ну что, начинаемся готовить. Начинаемся готовиться. Короче, к обнове. Завтра она у нас будет. Надеюсь, я успею вам ее заснять сразу же. Так вот, мы уже немножко подготовились. Частично. Сейчас я еще доберу. Вот такие вот плюшечки у нас. Посмотрим, что будет все-таки после обновы. Немножко я же говорил вам уже, что у нас на китайке, что себе, у меня места не хватает. Вот так вот. Говорил, что на китайке у нас уже что-то происходит, и вот все-таки будет обнова сегодня уже. И посмотрим, что же интересного она нам принесет. Ну, думаю, много всего. Так, что там у меня строится. Думаю, будет очень весело. Сейчас я плюшки позабираю, акции пооткрываем с вами все. Так, окей. С этим мы разобрались. Сейчас я доберу кое-что. И пойдем с вами развлекаться дальше. Так, отлично. С этим мы разобрались. Еще возьмем пару таких. Самое основное, здесь не хватает мне значков почета и книг. Вот это самая большая, скажем так, проблема. В английском у меня с этим проблем в принципе нет, но вот здесь, конечно, немножко приходится позаморачиваться. Такс. Так вот. Все, вроде разобрались. Ну, думаю, этого нам в принципе должно хватить, чтобы там посмотреть некоторые нюансы в день обновы. Остальное мы уже сможем посмотреть на английском сервере. Ну и на русском. На русском уже, честно говоря, не особо так интересно. Больше интересно на английском потестить. Там можно все потестить по максимуму сразу. Так, давайте сразу же смотрителей доконаем. То чувство, когда у тебя на твинках смотрители догоняют основу. Так, отлично. С этим мы разобрались. Ну, короче, вот такой вот у нас еще есть для бездонов. Ну, оно того не стоит. Это останется на завтра. Вот такое я забрал скин. Сейчас гляну, что там у меня с питомцем делается здесь. Надо будет его тоже постепенно подкачивать. 23, ну, пока хватает. Мы скоро его тоже будут здесь продавать. Так. Побежали, посмотрим, что у нас тут за акции сегодня есть. Пока у нас еще не настало обнова. Так, ну что-то мы тут забираем, не знаю, что именно. По ходу затрату. Короче, потом посмотрим. Я китайские акции не особо воспринимаю. Там некоторые, которые я знаю, я в них еще вникаю. Остальное, честно говоря, неинтересно. Вот тут своеобразное бинго. Ой, не бинго, ну да, этот бинго, по-моему, называется оно у нас. Тут 4 попытки всего дают. На 4 дня растягиваю. Чем рандом. Будем постепенно, на английском мы уже 500к качнули, будем постепенно прокачивать аккаунт здесь. Так, окей, поехали дальше. Так, скины у нас есть, да, отлично. Сейчас мы посмотрим, что нам по скинам. Вот этого не хватает мне на английском. Именно вот скинов. Посмотрите, сколько сюда всего напихали. Ремку пятую, пакт, наушника, мешки. Ну, вот это мне нравится, конечно.
Так, вольта можем, даже некраса можем собрать. Тыкву. Так, вольт, тыква, пет. Кросик, сейчас посмотрим. Огонь просто. Так, сердцеедки нет, теса там нет. Медуза, ник, череп, рейк. Чё? Точнули, называется кого-то. Так, смотрим. Немножко так, лутник. Так, тут мы улучшили. Нам больше никого не улучшить. Разок зайдем. Да, они у меня все есть, уже прокачаны. Так, ну что нам сделать? Что ж це робити? Шестая воздушка, но она того не стоит. Ремка пятая. Все такое себе. Возьму одну ремочку, пусть себе валяется. Так, железная воля шестая, да? Семерка, пятерка. Взять баст. А, нам не хватает на баст. На сумочке. В принципе, тоже не особо интересно. Карты третьи не интересно. Только как-то неоправданно. 91% мы не возьмем. Возьмем железную волю, пусть валяется. Так, отлично. Еще какая-то акция. Сейчас посмотрим, что это такое. Пойдем пооткрываем некоторые плюшки. И будем ждать уже завтра обнову. Так, понятно все. В общем, все с вами понятно. Ничего интересного нет. Будем завтра ждать все-таки. Точнее, сегодня уже. Ковки восьмых. Посмотрим, сколько штук нужно будет качать судьбу. В принципе, вроде плюс-минус книги у нас есть. Значки почета, в принципе, тоже. Должно нам немножко хватить на прокачку. Хотя у меня герои, возможно, не все прокачаны под эту локацию. Сейчас мы посмотрим, кто у нас там есть. Минотавр прокачанный. Череп, честно говоря, не помню, качали, нет. Фрэнки, Бугимен. В общем, будет завтра чем заняться еще дополнительно. Фрэнки минус череп у нас не качанный. Короче, будет чем заняться. Гарпию еще качать. Думаю, что-то придумаем. Посмотрим уже. Так. Что там у нас по плюшках интересного? Ну, кулаков там есть. Может, кому-то мы сможем уже сделать. Следующий скилл, так, карточки смены, это есть, чары паролем тоже, будем по чуть-чуть выводить аккаунт в топ, так, в основном, я смотрю, ничего такого, куча рун у нас есть, как видите, куча ненужных вещей, короче, такое себе все. Надо заняться будет этим аккаунтом. Так, на прокачку нового героя, думаю, мы его тоже попробуем выбить. Надеюсь, у нас получится его выбить и потестить. В принципе, такое вот. Короче, подготовка у нас прошла. Ждем уже обнову. Может, еще что-то, что там у нас завалялось. Это еще плюшки пришли. А, это эти плюшки пришли, чтобы не пропали.
принципе, на 20 героев у нас рун хватает уже. Их тоже есть, там еще золотые продают, смены. В принципе, думаю, нам должно этого всего хватить. И на нового героя, и на... Все, ждем. Всем удачи, всем пока.